Небольшой уютный дом гостеприимно принимает новоселов. В числе счастливчиков 30 семей. 24 переселяются из ветхого жилья. Квартиры получили и 6 детей, оставшихся без попечения родителей. 4 года неопределенности. И вот сегодня Надежда Соковнина – полноправная хозяйка собственной квартиры. Студентка устроила абсолютно все – от планировки до цвета обоев. Скиталась по друзьям, там у друзей жила. Сейчас очень рада, что у меня есть свой угол. Планы ставить, привозить мебель, обустраиваться и жить. Учиться и жить. На строительство дома по улице Вокзальная потрачено более 30 миллионов рублей. Все квартиры с необходимыми приборами учета, сантехникой и печами. Ключ от дома – все, что нужно для начала новой жизни в новом районе. По поручению губернатора Амана Гумировича Тулеева и от себя лично поздравляю вас с новосельем. Пусть вместе с вашими семьями въедут в новое жилье. Мир, добро, согласие и достаток. От областных и городских властей новоселам лучшие пожелания, сладкие подарки и игрушки детям. В этом доме их немало. Совсем скоро малыши начнут осваивать новое пространство для игр. Уважаемые новоселы, вы долго и терпеливо ждали новые квартиры, строили планы, мечтали, и сегодня эти мечты сбылись. Распоряжайтесь этим драгоценным подарком с умом и любовью. Радости вам в новом доме, благополучия и процветания. Это уже 7-й дом в Ленинске-Кузнецком, принимающий новоиспеченных жильцов, которыми стали более 300 семей. Нынешние новоселы теперь верят, мечты сбываются. В этом совсем скоро убедятся десятки семей, которым предстоит въехать в светлые и уютные квартиры в районе 33-й школы и на Лапшиновке.